świadectwo o uzdrowieniu. Dzień dobry. Mikrofon bliżej. Меня зовут Маша. Мое имя Маша. Я из Донецка, приехала 4 года назад. 4 года потом приехала туда из Донецка. Мой муж уже был верующий, но я знала о Боге, но не знала Бога. Мой муж уже был верующий, но я видела о Боге, но сама особисто его не познала еще. И когда мы приехали, нам поставили диагноз гепатит С. И как мы сюда приехали, то получили диагнозу от лекарей вирусового заболевания вантробы типа С, желтачка типа С. И я так не хотела умирать, потому что моя жизнь только начиналась. А я так очень не хотела умирать, потому что моя жизнь только что начинала. Я начала просто разговаривать и говорить: Господь, ну ты же видишь, ну вот так вот. Я просто начала молиться, разговаривать, молить до Бога: ну, Пане, ну ты видишь там ситуацию, видишь, что сидит. Я смотрела телевизор проповеди Бенихина и Джойс Майер. И я слушала казань Бенихина и Джойс Майер в телевизии. И один раз в Бенихине была крусет исцеления, и говорили, что гепатит С получает исцеление. И была właśnie раз круцията, и мовено там о том, что можно доświadczyć uzdrowienia z żółtaczki typu C. Ну, я пришла к своему мужу, я говорю, я получила исцеление. Я подошла до моего мужа, сказала: слушай, я została uzdrowiona, otrzymałam uzdrowienie. Ну, он на меня так посмотрел, ну да. А он попатрил так на меня, ну так, окей. Ну, я начала ходить к врачу, сдавать лекарства, анализы, кровь за кровью каждый месяц. И я начала ходить до лекаря, начала отдавать кровь на бадания месяц по месяцу. И они на меня смотрят и смотрят на анализы крови. А они смотрят на меня и на właśnie выники бадания. И он меня спрашивает, врач, а у тебя был гепатит С? А и лекарь в тот момент мне запитал, а ты мялась вообще желтачка типа С? Я говорю, ну был, говорю. А я говорю, ну так, овшем, мялам. У тебя здоровая кровь. А он говорит, новая печень. Маш здоровую кровь, маш здоровую кровь и здоровую вонтробе. Вот так началось общение с Богом, я получила исцеление и так, отдала свою жизнь Богу. И так началась моя релация с Богом. Я просто została uzdrowiona и отдала свое życie Богу. Для Бога нет ничего невозможного. И нема rzeczy niemożliwych для Бога. Спасибо. Аминь. Аминь.